Творческая мастерская и арт-студия «Незнайка Лайф» представляет. Энциклопедия «Космос. Планета Земля». Земля – одно из многочисленных тел, которые обращаются вокруг Солнца. Она шарообразна и является третьей планетой по счету от Солнца. Земля вращается вокруг одного из своих диаметров – земной оси, которая пересекается с ее поверхностью в двух диаметрально противоположных точках – северном и южном географических полюсах. На равных расстояниях от географических полюсов проходит окружность – земной экватор. Экватор делит Землю на два полушария – северное и южное. Один оборот вокруг оси Земля совершает за 23 часов 56 минут 4 секунды. Этот промежуток времени называется звездными сутками. Угловая скорость у всех точек поверхности Земли одинакова 15 градусов в час, но линейная скорость вращения различна. На экваторе она 465 метров в секунду, а при удалении от него уменьшается и на географических полюсах равна нулю. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 9 секунд. Этот период обращения называется звездным годом. Путь Земли вокруг Солнца, земная орбита, близок по форме к окружности, но слегка вытянут. Большая полуось, то есть половина большой оси, орбиты является средним расстоянием Земли от Солнца и равна 149,6 миллион километров. Фокус орбиты отстоит от ее центра на 2,5 миллион километров. Поэтому на протяжении года расстояние Земли от Солнца периодически меняется от 147,1 миллион километров в самом начале января до 152,1 миллион километров в самом начале июля. Самая ближайшая к Солнцу точка земной орбиты называется перигелием, а самая далекая — афелием. Благодаря обращению Земли вокруг Солнца, наклону земной оси и сохранению ею своего направления на нашей планете сменяются времена года и существуют тепловые, климатические пояса. 21 марта и 23 сентября в равной мере освещены оба географических полюса Земли и Солнца, там видно на горизонте. Линии светораздела, терминатор, отделяющие освещенное Солнцем, дневное полушарие Земли от неосвещенного, ночного, проходит через оба полюса. Земля обладает магнитным полем, воздействующим на магнитную стрелку компаса. Магнитное поле изображается замкнутыми кривыми линиями. Их называют магнитными силовыми линиями, они сходятся в двух почти противоположных точках земной поверхности, магнитных полюсах, далеко отстоящих от географических полюсов Земли. Южный магнитный полюс находится в северном полушарии Земли. Вблизи северного берега острова Виктория, северный магнитный полюс лежит в южном полушарии, в Тихом океане, вблизи берегов Антарктиды. Оба полюса непрерывно перемещаются, дрейфуют, по земной поверхности со скоростью около 5 км за год.